и работать на три дня. Известно, что любая модернизация приводит к уменьшению количества рабочих мест. Как решить проблему занятости и открыть новые современные рабочие места? Об этом расскажет политический журналист Александр Починок. Здравствуйте. Столкновения митингующих в Парисе продолжаются в столичном районе Бирилёва. Интерфакс сообщает, что участники несанкционированной акции некоторое время общались с полицейскими, а затем стали закидывать полицейские автобусы и кордоны.